Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру Get Even. Ну что же, поехали тогда. Что опять здесь за манекены стоят, а? Опять будут оживать или нет? Ты потратил так много времени и сил, чтобы найти виновных, что даже не задумался о своей вине. Так. Ага, кто-то там у нас сидит. Давайте глянем. Что-то он не реагирует. Манекен, что ли, какой-нибудь? Ну-ка. Какого хера, Рэмзи, что происходит? Я, как бы сказать, закрываю лечебницу. Как вы это делаете? Что это за место? Опять он надо мной тут издевается, а? Хорошо, ладно, ребят, давайте. Опять это место. В чем дело на сей раз? Как же он задолбал, а? Нас испытывать уже. Так, здесь у нас ничего нету, ничего не происходит. Что тут у нас? Давайте глянем. В 2013 году группа ученых во главе с Сусуму Танигавой, лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине, сделала революционное открытие. Им удалось внедрить ложные воспоминания, вызывающие страх напрямую в мозг мыши. Перспективы такого редактирования памяти испытуемых людей были очевидны сразу, особенно у пациентов, страдающих синдромом посттравматического стресса. Мы стали задаваться вопросами, которые раньше относились только к философии, говорит Стив Рамирес, соавтор исследования Танигавы. Впрочем, в научном сообществе по-прежнему идут жаркие споры об этичности подобных опытов. Если удалить неприятные воспоминания из памяти человека, то как это скажется на наших естественных механизмах психологической адаптации? Насколько сильно это изменит личность этого человека? В какой степени это повлияет на саму природу нашей человечности? Так, это у нас заметка, называется «Имплантирование воспоминаний». Ну что ж, ребята, в принципе, все понятно, больше здесь ничего нету. Продолжаем с вами смотреть, что здесь происходит. Опять какая-то вырезка. Ага, тут даже две. Давайте почитаем. До сих пор неизвестно, кто и за что убил Джаспера Прада. Чедвик уверен, что это преступление связано с наркотиками. Я допросил Джареда Портера и Итана Хэмилтона. Чедвик побеседовал с Джоном Лидентоном и Альбертом Холлом, но, похоже, мы так и не сдвинулись с мертвой точки. В телефонной книге Прада были и другие номера, но один из них был наркодилером, а остальные друзья, похоже, просто клиенты. Барт Фейер, это у нас, ребята, было дознание. Ладно, хорошо. Так, тут еще что-то есть у нас. Ну-ка, давайте почитаем. Вернувшись из армии 7 лет назад, Блэк, похоже, провел несколько лет в алкогольном, а иногда даже наркотическом забвении. Деньги он добывал подработками в небольших охранных фирмах, где со временем приобрел особую репутацию. Все знали, что он готов взяться за любую. По-моему, ребята, мы уже это с вами читали. И, честно говоря, зачем нам это перечитывать? Заметки Коула Блэка. Так, а тут у нас что? Тело 40-летнего мужчины было найдено в понедельник на заброшенном складе около трассы 10. Главный инспектор Эдвин Хьюз сделал следующее заявление. Судя по всему, жертву застрелили с близкого расстояния, но мы пока не знаем, сколько времени пролежало тело, прежде чем мы его нашли. Вскрытие состоится в пятницу, но уже сейчас можно предположить, что речь идет об убийстве. Личность убитого пока не разглашается. Кстати, ребята, по-моему, мы это уже тоже с вами читали. Что-то здесь у нас повторяются эти все записочки. Так, а тут-то что у нас? Смотрите, что-то с картиной не в порядке. Вся вибрирует непонятным образом. Так, неужели мы можем туда телепортироваться? Да, да, ребята, так все сейчас и произойдет. Ага, нет. Ничего под... Блэк, боюсь, я был с вами не до конца откровенен. Прошу прощения. Точно. Так, Рэмзи, давай на чистоту. Что за херня тут творится? Куда меня теперь занесло? Это мои воспоминания, мистер Блэк. Контакт с теми, кто использует Пандору, может создавать то, что я называю синаптической диффузией. Двухсторонние движения. Иными словами, это изъян технологии. А лечебница?
Вы уж простите, лечебницу пришлось создать. Сукин ты сын, то есть все это было одной большой иллюзией? Правильнее сказать, симуляция. Я создал эту реальность, чтобы поддерживать у вас адреналин на уровне, необходимом для эффективной работы моей технологии. А все эти люди, это твои пациенты? Пациенты не имеют ко мне отношения, я лишь создал симуляцию. Мозг обладает удивительной способностью заполнять пробелы. Я показал вам старую психушку, и ваш мозг населил ее безумцами. Скорее всего, обрывками тех, кого вы встречали в жизни. Или персонажами из фильмов и книг. Предсказуемо, конечно, но этого стоило ожидать. Значит, ты меня обманул. Все это было враньем. Поговорим про вранье, мистер Блэк. Чьи лжи и обманы вы желаете обсудить, мои или ваши? Я не понимаю, о чем ты. Вы прекрасно все понимаете. Так, началось опять что-то, ребята. Так, поднимаемся наверх. Что он от меня выпытывает? Я так и не понял, ребят, если честно. Так. Это комната Грейс. Вы помните ее, Блэк. Девушку, которую вы пытались спасти. Мою дочь. Разумеется. Тогда как вы там оказались, Блэк? Вы же работали на меня, начальником службы безопасности. Вы знали, что мою дочь похитили, но не сказали мне об этом. Я не помню. Я вам не верю. Докопался, а? Ну ладно. Надеюсь, мы в дальнейшем с вами все-таки разгадаем этот клубок событий. Но здесь, по ходу дела, больше ничего нету. Давайте продвигаться дальше. Так, опять картина какая-то. А, нет. А что насчет моей жены Леноры? Как насчет нее, Блэк? Я не понимаю, какого ответа ты от меня ждешь. Она ушла от меня, Блэк. Она обвинила во всем меня. Но это была не моя вина. Я не хочу отвечать за действия какого-то террориста. Расскажи все, что вы знаете. Я знаю про нее лишь то, что видел здесь, в твоей памяти. Прости, я ничем не могу помочь. Да. Главное, все свои ошибки повесил на меня. Всю свою вину, да? И хочет... А что насчет него, Блэк? Его вы помните? Я помню тебя, Рэмзи. Я искренне тебе сочувствую. Я хотел помочь, но я опоздал. Пожалуйста, отпусти меня. Вы так этого хотите, Блэк? Чтобы вас отпустили? Конечно. У нас же уговор. Так, что-то куда-то он меня ведет опять, а? Отпустить вас? Буду рад, но сначала спрошу. Возможно, при других обстоятельствах вы бы не захотели, чтобы я вас отпустил. Что за херню ты несешь? Так, что он меня отпустить решил, что ли, а? Добро пожаловать в мой офис, мистер Блэк. Оглянитесь вокруг. Думаю, теперь-то вам все станет ясно. Ха-ха. Так, неплохо, ребята. Мы попали в офис доктора Рэмзи. Что тут у нас такое? Осмотреть. Так, это я, что ли? Какого хрена? Это же я. Снова запугать решил Рэмзи. Хера лысого, не сработает. Больше не верю. Вы утверждаете, что больше ничего не помните? Что рассказали мне все, значит, вы мне больше не нужны. Я тебе больше не нужен? Вы могли все обернуть иначе, окажи вы больше содействия. Попрощайтесь, мистер Блэк, и спасибо за воспоминания. Постой, я еще могу помочь. Роберт, не делай этого. Прости меня. Прости меня за все. Разбуди меня, пожалуйста. Просто разбуди. Я что-то не понял, ребята. Он меня что, отключает? Ха. Что-то это похоже на то, что я был у него в офисе. Он ко мне был подключен и использовал меня просто-напросто. А на самом деле я уже вроде бы как и труп. Странно. Так, обработка. Какая-то идет. Ожидайте, ну я ожидаю. Сэмпсон выпущен из камеры. Слушайте, это все, что было раньше. Это как бы воспоминания. Так, Шелби убит. Леонард. И не помню, честно говоря, возможно, я его грохнул. Взлом АДС аккуратно сделан. Но это было дело, да, не спорю.
Бойс убит. Не помню я, если честно, что за бойс. Столкновения значительные. Ну, естественно, мне пришлось тут шмалять, иначе бы я погиб. Продолжить? Ну, давай продолжим. Да. Психопаты отпущены. Откуда я знал, что я выпущу их? Кофман убит. Ну, естественно, он псих. Мне пришлось его застрелить. Аномалии воспоминаний не исследованы. Здравствуйте, я здесь только и делал, что бегал. Присутствие испытуемого обнаружено. Ну да, еще бы, там их такая толпа была. Как можно было втихаря там пройти? Джаред брошен испытуемым. Вот это вот непонятно, если честно. Столкновения значительны. Так правильно, они террористы, мне пришлось с ними воевать. Нафиг, не будем мы больше продолжать, какая-то ерунда здесь. Так, это что у нас такое? Анализ испытуемый недисциплинирован и настроен враждебно. А вот хера лысого, блин. Слушайте, это было мое досье на данный момент, я так понял. И что дальше-то, эй? Фаза аудита завершена. Церебральная связь, пациент Блэк 001, соединение с Пандорой завершено. Доктор Рэмзи, вы хотите приступить к анализу архивных данных? Да, переключите само на воспроизведение. Начинаем анализ. Хоп, вы не могли бы запустить кофемашину? Доктор, советую вам как врач. Отдохните минимум часа 4, прежде чем приступать к анализу. Дальнейшее потребление кофеина лишь отложит, а не снимет чувство усталости. Тогда давайте двойной и 3 ложки сахара. Мне также нужно базовое воспоминание для анализа. Из всех, что мы записали, какой стабильнее всего? Вот это записано при первом запуске Пандоры на пациенте Black 001. Хорошо, тогда давайте изучим полную память, а потом перейдем к проблемной. Запускайте интерактивный плеер. Что? Мы теперь играем за Рэмзи? Продолжить. Ну, давай не будем. Наверное, мы сейчас с вами это делать. Так, а тут у нас что за брошюрки? Кодовое название Пандора Саван. Доктор Рэмзи. Блок памяти ФДГ. Понятно? Так, ну что, давайте, наверное, посмотрим, что здесь такое. И какого хера я стал играть за Рэмзи? Вот что мне интересно. Так, опять бумаги. Протокол аудита и анализа. Являясь прямым ответом на несовершенство человеческой памяти, применение Пандоры Саунд разделено на 2 этапа – аудит и анализ. В ходе аудита оператор Пандоры мягко направляет сознание испытуемым, позволяя ему свободно исследовать места парадигмы, подробности и структуру воспоминаний. Зная о том, что основа памяти является верной, а более мелкие детали содержат неточности, оператор записывает воспоминания испытуемого с помощью Саунда. На всем протяжении аудита оператор должен сохранять беспристрастность, не давить на испытуемого и позволять ему беспрепятственно изучать синаптические пути памяти с минимальной помощью. Аномалии и неточности неизбежны на этом этапе, но аудит служит только для сбора данных. В ходе аудита рекомендуется многократное возвращение в одно и то же воспоминание, поскольку дальнейшее изучение может открыть новые подробности для анализа. Этап анализа оператор выполняет в одиночку без помощи испытуемого с Пандорой. Но только по завершении аудита. Когда испытуемый в достаточной мере изучит нужные воспоминания, а Саунд их запишет, оператор входит в них снова. Ну замудрили вы тут, блин, ребята, я херею с вас. Зачем мне вот это знать, а? Для чего вы мне засоряете мозг? Так, а здесь-то у нас кто? Неужели Блэк и до сих пор валяется? Ну давайте глянем. Да, ребята, лежит. Смотрите, искусственно подключен. Дыхание вон у него, там трубка в горле. Жесть какая-то. Так, что мне теперь-то делать? Я не понял. Слушайте, отсюда не выйти. Вообще никуда не деться. Никакого оружия, ни, извините меня, ни гаджета нету. Ага, смотрите, еще бумаги. Несмотря на то, что Пандора Саунд сильно отличается от первого прототипа, она страдает рядом недостатков, которые еще предстоит устранить.
аномия, также известная как синдром кончика языка, неприятный побочный эффект, возникающий у некоторых испытуемых при взаимодействии с Пандорой Саундом. Он выражается в виде легкой амнезии, у которых испытуемый либо в неспособности вспомнить контекст или подробности исследованного воспоминания. Испытуемый подсознательно понимает, что исследование воспоминания является важным, но не может внятно объяснить почему. Это явление подчеркивает важность фазы анализа, хотя она не позволяет полностью устранить побочный эффект. Считается, что забывчивость – естественный защитный механизм мозга. Он не позволяет людям зацикливаться на травматическом опыте прошлого и переживать его снова. Мы полагаем, что случай с Пандорой – это защитная реакция мозга и эффект отторжения, направленный против технологий и процессов Пандоры. В общем, ребята, они полностью могут с помощью этого аппарата контролировать наши воспоминания. Синаптическая диффузия – изъян технологии, возникающей на этапе аудита, поскольку в начальной фазе оба сознания испытуемого, которое подвергается исследованию, и оператора-наблюдателя подключены к Пандоре Саунду, мы выявили, что иногда воспоминания оператора могут проникать в систему и накладываться на переживания испытуемого в созданной реальности. Нам пока не удалось устранить это явление. Это нежелательное двустороннее движение можно частично устранить в ходе анализа, но, к сожалению, оно является неизбежным побочным продуктом текущей технологии. Да, короче, мы еще, оказывается, можем внедряться сами, как говорится, в память испытуемого. Можно так это объяснить. Да, ребят, слишком, наверное, замудрено для простого человека, в принципе, как и для меня, но, тем не менее, игра построена именно на этом, и никуда от этого нам не деться. Так, что мы можем с вами здесь еще сделать? Так, имя файла Grace Kidnapping. Не знаю. Слушайте, здесь, по-моему, больше ничего не осталось нам делать. Так, это мы с вами читали. Это нам не интересно. Тут осталось только два компьютера. Так, а здесь-то что у нас такое? Разработка и функция. Вопрос не в том, бывают ли у нас ложные воспоминания. Вопрос в другом. Насколько ложны наши воспоминания, доктор Рэмзи? Блок памяти Пандора, созданный доктором Робертом Рэмзи для Future Defense Group. Новейшее устройство для проведения допросов сейчас находится на второй стадии прототипирования. Создано для решения задач, стоящих сегодня перед военными и силовыми ведомствами. Пандора изучает память пострадавших граждан и вероятных законспирированных агентов, и позволяет эффективно получать доказательства и находить ответы в эпоху обострения внутреннего и международного терроризма. Это гуманный способ ответить на бесчеловечные акты. Мы верим, что эта технология позволит многократно уменьшить потери среди гражданского населения в условиях войны и безошибочно выявить потенциальных террористов. Современные военные лишены этой возможности из-за несовершенства технологии распознания лиц. Вот тебе, блин, и пипец. И уже и сюда, блин, засунули, а. Какой-то такой тонкий-тонкий, ребята, намек на кое-что. Дальше думайте уже сами. Ну что ж, давайте тогда, наверное, продолжим. У нас нету... О, чё такое? Опа-на, он одел эту штуку, ребята. Хоу, приступаем к анализу данных. Расшифровка кэш-памяти и запуск Саванта. Так, бинарные фильтры подключены, серверы работают с оптимальной скоростью. Ввожу параметры биометрических обработанной связи. Инъекция инсулина через 2, 3, 1. Можете приступать, доктор Рэмзи. Так, что за херня? Куда мы? Не подходи ко мне, не подходи. Все хорошо, я друг. Тебя папа прислал. Ну вот тебе на. Теперь Рэмзи, что ли, будет ходить в воспоминаниях? Так, я в системе. Начинаю анализ. А где же... Да, ребята, я узнаю эти коридоры. Это начиналась наша игра именно с этого момента, когда мы играли за Блэка. Так, нажмите V, чтобы использовать сонар. Способность расходуется вычислительный ресурс Саванта, который восстанавливается со временем. Так, я вижу впереди два врага. А как мне их... Так, они тут между собой общаются. А что я могу сделать? У меня оружия нету никакого, абсолютно, ребята.
обходить. Видимо, втихаря придется. Давайте-ка присядем и потихонечку здесь попробуем пройти. Подобравшись близко к противнику, вы можете поглотить его, нажав пробел. Как это поглотить, не понял. Ну-ка. Параметры поглощения настроены, доктор Рэмзи. Вы можете продолжать анализ. Хе-хе, зашибись, да, ребят? Я просто-напросто вселился в этого, так сказать, преступника. Или охранника, кто он там был. Вот это чудно. Если, значит, Блэку приходилось их убивать, уничтожать, то Рэмзи их просто может поглощать. Ха, круто. Что еще тут скажешь? Ну-ка, давайте попробуем еще разочек это сделать. А, вот мы где. Скрипт телепортации запущен, доктор Рэмзи. Хорошо, ладно, пойдем по следу, узнаем, что было на самом деле. Ну что же, давай узнаем, что было на самом деле. Вот будет офигенно, если на самом деле. Спаси девушку. Так, это Блэк был сейчас только что, ребята. И если Рэмзи ошибался, и Блэк действительно не виноват, а он его отключил. Так, телепортироваться моментально к образу, нажав пробел. Хорошо, будем знать. Так, закрыто. Сюда нам не пройти. Так, видим кого-то там. Опа, отлично. Не забывайте сканировать мир. Ух ты. Так, вы будете невидимым для врагов. Пользуйтесь этим преимуществом. Как скажете. Здесь они держали ее. О, Грейс, я... Доктор Рэмзи, осторожнее, держитесь. Опа-на, они меня пропалят или нет? Иди сюда. Поглотил. Знаете, Хоп, это очень приятное ощущение. Доктор, позвольте напомнить, что вы должны контролировать свои эмоции во время анализа. Любые выбросы серотонина и дофаминина или адреналина могут... Знаю, вызвать искажение. Я учту. Спасибо, Хоп. Так, у меня, по-моему, сердцебиение усилилось, да? Или мне кажется... Ну что ж, давайте пойдем дальше. Кстати, ребята, я вспоминаю эту картину. Мы сейчас с вами пойдем в подвал, где была привязана его дочь к стулу со взрывчаткой. Именно таким путем у нас шел Блэк. Если кто не помнит, ребята, можете посмотреть первую часть, и вам все станет ясно. Единственное, что я не могу понять, почему он решил пройти этот путь сам. Так, что у нас здесь есть? Что это такое на столе лежит? Какие-то химикаты. Причем издают, видимо, какой-то запах неприятный. Так, ладно, давайте тогда мы пойдем с вами. Здесь можно открыть? Да, можно. Тут у нас, смотрите, тоже лежит веревка причем-то. И опять же, какие-то разводы идут. Не знаю, о чем это говорит нам. Так, а вот здесь уже закрыто. На улицу, я так понимаю, мне не выйти. Да и незачем, и не нужно. Ладно, ребята, давайте пойдемте, наверное, с вами в подвал. Так, вот отсюда мы начали. Да что ты уперся? Так, по-моему, здесь, да? Да-да-да, ребята. Кто меня засек? Тут же вроде как никого нету, да? Смотрите. Ух, ёб твою мать. Нифига, какого хера ты появился тут? Хоп, я ощущаю здесь сильное сопротивление. Интересно, это потому что Блэк пытался что-то утаить, или это делает Пандора? Да, доктор Рэмзи, Блэк почувствовал здесь угрозу, и это было записано во время аудита. Тут я бессильна.
Это усложняет задачу. Я, в отличие от Блэка, не боец. Но неважно. Так, да, ребята, помню, здесь чувак в свое время расстреливал фотографию Блэка. Сюда можно зайти? Можно. Какие-то левые, если честно говоря, тут открыты у нас пути. Не знаю, для чего они здесь это сделали. Вообще бесполезные комнаты. Так, вот она фото Блэка. Так, вот сюда мы, по-моему, сможем зайти. И здесь еще один спуск. Да, ребята, вот он. И сейчас уже вроде бы... А, нет, сейчас будет канализация. Или как там, я не знаю, подвал. Да, назовем это подвалом. Где уже будет сидеть девушка. Опа-на. Только тут что-то врагов слишком до хрена. Иди сюда, лох. Готов. Так, смотрите, засуетились. Они услышали меня. Но они где-то далеко. Так, подняли пушку. Вот он. Да какого перезарядка, блин. Отлично, грохнули. Ну, рассеивайся давай быстрее. Еще один. Сейчас мы ему задницу надерем, ребят. Да сдохни ты уже. И все, да? Оу. О, боже. Так, что это такое? Делаем анализ какой-то. Моя бедная девочка, я все исправлю, обещаю. Замечен всплеск эмоций. Будьте осторожны, доктор Рэмзи. Я докопаюсь до истины. Им не уйти от расплаты. Что за искажение пошло? Да что тут, черт подери, происходит? Доктор Рэмзи. Мы стали семьей. Роберт, послушай, совсем скоро Грейс вырастет и покинет родной дом. А до тех пор есть ты, я и наша работа. О, Грейс, я... Я, ребята, окончательно запутался уже тут вообще. Хоп, где я? Что случилось с записью Пандоры? Я пытаюсь определить, где и когда вы находитесь. Боюсь, что ваши эмоции вызвали легкий сбой при воспроизведении. Вы за пределами программного кода, доктор. Будьте крайне осторожны. Данные раздроблены и нестабильны. Сохраняйте спокойствие, иначе вы рискуете. Хоп, не говори про риск, просто вытащи меня. Так, посмотрим, где мы. А мы, если я не ошибаюсь, ребята, в офисе с вами. В офисе Говарда. По-моему, так. Хотя я могу и ошибаться. Так, это что такое? Что? Не понял. Что произошло? Какой-то фантом вылетел. Да-да-да, ребят, мы идем именно в офис и поднимаемся как раз на какой там этаж. На 6-й, по-моему, если не ошибаюсь. Да, точно. Помню еще все. Я это место знаю. Это одно из моих воспоминаний. Боже мой, Роберт, поверить не могу, что ты их сюда притащил. О чем ты думал? Роуз, это же лаборатория ФДГ, моя лаборатория. Здесь работают лучшие врачи. Лучше лечения не найти. Я не об этом, Роб. Тебе нужны не врачи. Тебе нужен сраный гробовщик. О боже, какое это безумие. Роуз, дыши глубже. Давай, соберись. Мне нужна твоя помощь. О нет, это то самое воспоминание. Доктор, наши показатели зашкаливают. Успокойтесь, иначе произойдет ментальный разрыв. Поздно, Хоп. Вытащи меня отсюда. Я пытаюсь, доктор, еще немного. Скорее. Эй! Не понял. Чё за хрень? Ну, хорошо, хоть недалеко начали. Так, а что мне здесь надо, ребята, сделать, а?
Так, ну это мы читали с вами. И с конца вон той комнаты, ребята, из-под земли начинают какие-то шприцы появляться. Нам надо отсюда смыться нафиг. И как можно быстрее. Слушайте, я думал, что это Говард, а это оказывается Рэмзи. И значит, мы нифига не в офисе, мы в больничке. Так, все, ребята, теперь пора нам, наверное, сматываться отсюда. Ну-ка, появится, нет? Да-да-да, вон они, видите, шприцы, бежим нафиг. Бежим отсюда к чертовой бабушке. Так, что это у нас такое? Где я? Ох! Доктор, попробуйте реконструировать воспоминания. Ищите ментальные образы и взаимодействуйте с ними. Тогда я смогу найти вас и забрать оттуда. Я пытаюсь, Хоп, правда, но мне тяжело видеть это все снова. Ух ты! Блэк, елки-палки. Смотрите, он в больничке. И неужели он меня выкрал с больницы к себе в офис? Так, не понял, а что мне делать? Так, и... Ха. Опа-на. Так, ну и что мне здесь надо сделать? Так, кран с водой. Ну, выключили. Так, телепортируемся. Что с этим бедолагой? Задело взрывом? Есть переломы и подозрения на разрыв кишечника. Жуть. Ага, это про Блэка сейчас в данный момент рассказывали. Разрыв кишечника. Это хреновое дело. Так, что тут у нас? Тревожная музыка. Трансплантантная. Что-то это на больничку не совсем похоже, если честно. Тут какие-то коридоры. Эй, тихо. Я уже боюсь какого-нибудь подвоха. Опять палата номер 7. Что вы здесь делали, мистер Блэк? Я должен это узнать. Мне нужны ваши воспоминания. Эта музыка должна подстегнуть вашу память, Блэк. Это Грейс. Моя Грейс играет на скрипке. Вы слышали эту мелодию в моем кабинете? Вспоминайте, Блэк. Что же вы сделали? Ага, значит, он, оказывается, еще здесь начал надо мной эксперименты. Что такое? Опять закрыто. Блэк, проснись, браток. Так, что здесь у нас? Кодовая дверь. А где код? Так, 1101. Ну-ка, давайте попробуем. Так, 1101. Код неверен. Фак, а что же тогда делать? Блин, придется, ребята, обратно телепортироваться. Не врубился. Я не понял юморка насчет вот этого пароля. Может быть, где-то здесь у нас есть подсказка? Так, подождите, на стекле у нас, смотрите, что тут такое? Ха, странно. 4. На стекле 4. Какие-то недописанные цифры. Все, я уже перепробовал. Давайте тогда сделаем. Может быть, подальше надо отойти. Надо как-то их соединить, это однозначно. Но вот в какой... Так, 4091, если вот так мы посмотрим, у нас получается. Но этот пароль мы пробовали, он не подходит. Надо как-то по-другому, наверное, делать. 4091. А если немножечко сместить... О, подождите-ка, ребята. Давайте... Вот, блин, неудобно я стою. Так, сканер ничего не показывает. Может быть, погодите-ка. Вот так вот. Что у нас получается? 4190. 4190.
Слушайте, ребят, вот этого еще мы не пробовали. Надо попытаться. 41.90. Ну давай, Рэмзи. 41.90. Так, 4, 41, 9 и 0. Есть. Пожалуйста, продолжайте двигаться вперед, доктор Рэмзи. Судя по данным, вы на верном пути. Спасибо, Хоп. Я так и думал. Похоже, мы с Савантом наконец-то синхронизировались. Похоже, этого переводят. У него не очень стабильное состояние. Вы уверены, что это разумный шаг? А распоряжение сверху. Мы должны доставить его в частную клинику. Это необычный подход. Кто он? Слушайте, ребят, смотрите, он еще подстроил так, что меня якобы выписывают и надо какую-то лечебницу забирать. На самом деле он забирает меня к себе. Ну, Рэмзи, какой же ты жулик, а? Так, не нравится мне вот это вот. Ух ты. А, ну это тень, просто тень. Значит, нам надо, наверное, видимо, следовать за нею. Да, тут все закрыто. Так что у нас выбора особого нет. Ох, ё-моё, теперь с коляской. Кстати, ребята, вот это такое впечатление, что... Хотя нет, он меня не мог перевозить в коляске. Я же не сидячий пациент, а лежачий. Поэтому это кто-то левый. Опять седьмая палата. Да что ты будешь делать-то? Ну что на этот раз? Давайте глянем. Так, свечки, взаимодействие. Рядом с игрушками. Опять какой-то ребус очередной, ребят. Так, тут машинка. Панда. И какой-то, я не знаю, кто это такой. Ну, давайте, наверное, погасим все, да? И робот. Черт подери. И телепортируемся. На этот раз выпустят нас или нет? Нет, ребята, не выпускают. Значит, неправильно мы что-то сделали. А как мне его разгадать? Ну, давайте наугад сделаем с вами. Потому что я не вижу даже здесь зацепки никакой. Так, в данный момент я все свечки зажег. Так, здесь ничего нету. Все же горят, да, все свечки горят у нас абсолютно. Ну, теперь, наверное, с вами. Ну, они находятся рядом с игрушками. Вот кроме вот этой, вот я не могу понять, что это такое здесь. Игрушка, здесь робот. Здесь игрушечная машинка. Там, значит, у нас панда. И... Не знаю, какой-то ежик. Все как бы взаимосвязано, ребята, да? Вот так вот попробуем сделать. Кажется, теперь я могу идти дальше. Надо выбраться из этой петли. Ребят, чисто на шару задул. Вы прекрасно ко всему готовы, мистер Блэк. Завтра мы вас переведем, хорошо? А куда именно его переводят? Нам лишь сказали, что утром его заберет машина из частной клиники. А что насчет девушки? Боюсь, здесь мы бессильны. Бедное, бедное дитя. Я сделал все, что мог. У меня не было никаких... Чего у тебя не было никаких? Куда меня ведет этот коридор, а? Я уже 33 раза... А, ну, в принципе, я понял. Тут рассказывают история похищения Блэка с больницы. Видимо, это так важно для нас. Так, вот она, колясочка поехала. Значит, все-таки я мог сидеть, ребята. Ага. Так, сюда. Что такое, выход, что ли, получается? И вот он, Блэк. Хорошо. Ну, пусть забирают. Вы уверены в этом? Его нельзя сейчас перевозить. Говорю же, это не нам решать.
Все готово к перевозке, осталось дождаться машины. Роберт, не перегибайте палку, ты уверен, что этот вариант лучший? Я за ним присмотрю, я должен узнать, что произошло. По-моему, тебе нужно поспать, особенно после того, как Грейс... Не смей говорить мне про Грейс, я предупредил. Грейс, моя бедная Грейс. Минуточку, доктор Рэмзи, ваш сигнал стал четче, я вас вытащу. Ну, наконец, блин, меня забирают отсюда, елки-палки. Так, опять какие-то анализы пошли. Ну, замудрили, а, ребята, ну, на самом деле, вообще жестяк полнейший. Разбираемся, блин, тут детективом нафиг стать можно. Доктор Рэмзи, доктор Рэмзи, желаете продолжить? Да, Хоуп, прошу прощения, сколько проблемных воспоминаний я отметил в ходе аудита? Вы отметили 3 проблемных воспоминания, и они все сильно повреждены? Да, доктор Рэмзи, у нас должно хватить данных, чтобы разобраться в них во время анализа. Хоуп, посмотри их в том же порядке, в каком мы их записывали. Загружайте первую отметку. Загружаю. Ну что ж, ребята, на этом я тогда буду завершать вот этот свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим узнавать, что же все-таки здесь произошло и к чему это все приведет. А на этом все. Всем пока. До скорого.